Дальний Восток. Да пусть вас все китайцы, всех вас сожрут как собак. Вот ни одного из вас не жалко, кроме тех, кто покинул этот регион. Ну и заключением тех, кто не может покинуть по объективным причинам. А те, кто может и не покидывал, пусть вас сожрут, пусть вас уничтожат, пусть отправят вас в лагеря перевоспитания, потому что вы, сука, дебилы в некоторой массе. Не все, в некоторой. Я же вам объяснял, что одно дело ездить в гости китайцам, другое дело, когда китайцы здесь будут, а вы здесь, на этой территории, будете гостями. У меня была тогда мысль там продать часть своего недвижимости, которая у меня есть, там дом, прочее. Ну, среди прочего, я воспользовался каналом, извинился перед нашими зрителями, говорю, вот есть хорошие у меня там домики, недорогие, кто что, переезжайте. Почему? Потому что, когда этот переезд будет острой необходимостью, цена на домики, и не только у меня, а и другие, будет очень большая. А спрос на ваше жилье в Дальнем Востоке будет очень низкий. Ломанутся же все, здесь же тоже в средней полосе не дураки сидят, застройщики. Ага, ого, потекло людей сколько оттуда, соответственно, поднимут стоимость на недвижимость. А там все продают. Что в этом случае? Понижается. Ну что, блядь, ждем? Что ждем? Там уже все продано, вся тайга, все на свете. А как вы себе представляете, будет развиваться ситуация, если придет даже честный правитель какой-то, всеми любимый и избранный глава государства? Он что сделает? Скажет, вот вам китайцы, ничего не отдам. Ну, извините, пожалуйста. На момент заключения этих договоров, долгосрочная аренда, назовите как угодно. Опять же, сука, сейчас часть дебилов слушает и не понимает, что продажа осуществлялась не в прямом смысле по договору купли-продажи. Есть 1000 способов это сделать. И вот среди прочих это договор долгосрочной аренды. Он сказал, извините, а как этот договор можно отменить? Вы что, новая власть пришли, и вы уже плюете на международное право? Ну, он же у вас был легитимный правитель, да? Да, все. Уже нет места на Дальнем Востоке. Все, забудьте. Ладно, старики доживают, я их понимаю. Все, от могил, от всего, от нищеты. Но, молодежь, если есть возможность, лучше с родителями, в охапку их. И мотайте оттуда, пока не поздно. Нужны консультации. В каждом случае, конечно, переезд – это, ну, если не трагедия, то такая нагрузка тяжелая, физическая, материальная. Хотя, если все это продумать, куда переезжать, с учетом ваших индивидуальных особенностей, она пройдет благоприятно. Но, опять же, нужно учитывать возраст, вашу профессию, там еще какую-то специфику. Есть у нас канал Skype. Заходите, администратор запишет вас на разговор. И мы с вами поговорим. И вы поможете нашим бойцам, а я бесплатно вас проконсультирую. Так что, пожалуйста, но не сидите, не ждите. Никто ваши проблемы решать не будет.